Чрезвычайная ситуация в таком торговом центре может быть действительно опасной. Одновременно в нем способно находиться до 10 тысяч человек. Именно поэтому проверить работу всех систем безопасности и еще раз попрактиковаться в ликвидации возгорания и спасении людей – первостепенная задача МЧС. Для этого проводятся специальные учения. На них сотрудники ведомства показывают персоналу правильный порядок действий при эвакуации посетителей. В учениях приняли участие 60 человек и более 10 единиц техники. Мы отрабатывали, конечно, с персоналом их действия, потому что это учение, надо доводить информацию, в том числе до персонала, чтобы они понимали и знали свои обязанности. И после этого уже проводить разбор полетов и недостатки, которые были выявлены сегодня, соответственно, будут устраняться в дальнейшем. Несмотря на сложную ситуацию, спасатели эвакуировали всех, кто оказался в опасном месте – 250 человек. Семерых пришлось вытаскивать из бутафорского огненного плена, прежде нарядив в специальную маску. А один из пострадавших и вовсе спасался бегством через окно. Прыгал в так называемый «куб жизни» – специальную надувную конструкцию. Однако, даже несмотря на успешное проведение спасательной операции, у сотрудников МЧС есть ряд замечаний, которым нужно уделять как можно больше внимания. Обратите внимание, необходимо на качественную и быструю эвакуацию людей, ну и, соответственно, систему вытяжки и вентиляции помещений, систему дымоудаления из помещения. Без выполнения этих условий работа пожарных становится в разы более сложной. При сильном задымлении тяжело отыскать пострадавших и эвакуировать их в безопасное место. Тем не менее, опыт и высокая техническая обеспеченность помогли успешно справиться с поставленной задачей. Никита Егоров, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.